господа, впервые на сцене саммит всех претендентов команд СНГ. Ну, господа претенденты на чемпионство, как играть-то будем? Кто вообще придумал эту идею? Чемпионы против претендентов. А? Кто-кто? Чемпионы придумали. Они же всегда лучше придумывают. Стоп, ребята, нет. Это что получается? Получается, играют те, у кого получается, против тех, у кого не получается? Интересно получается. Получается, такси можно вызвать? Привет, ребята, ну? О, финалисты пришли. Здравствуйте, ребята. Ну хорош, хорош, мы же свои, ну? Свои, милок, в полуфинале вылетели. Не, ну мы тоже претенденты. Ага, между прочим, в декабре финал. И одна из ваших команд станет чемпионом. А то и две. А то и все. Да сейчас. Значит, среди вас потенциальный предатель. Подождите. Мы чемпионами не станем, мы по-русски плохо шутим. Нет. Слушайте, мы тоже не станем, что мы тысячи лет терпели. Еще год не потерпим, что ли? Да и нас, белорусов, в Москве не всегда понимают, да. Мегаполис, а вы-то чего молчите? Не, ну все правильно вы сказали, мы же с вами никогда не спорим. Друзья, но сейчас речь не об этом. Сейчас нам надо объединиться перед лицом общего соперника. Правильно, и в первую очередь я предлагаю поменять название. Ну что это такое? Претенденты. Название должно быть весомым. Ну-ка, татары, встаньте к мегаполису. Вот, мега-татары. Уже попахивают чемпионство. Подожди. Я предлагаю объединить нас с Натальей Андреевной, чтобы команда называлась «Нарты из Москвы». Ребят, если вы объединитесь с Натальей Андреевной, вы будете «Нарты из сострадания». Это тоже не пойдет, понимаете? Ребят, тогда вот вам реальное решение. ЧП объединится с Владивостоком. ЧП во Владивостоке — это банально. Слушайте, а давайте объединим Парму и Руден. Ну или хотя бы меня и Ашота разок. Кстати, а где Руден? Где Руден? Руден! 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 Тихо! Руден! Два часа будете кричать. Что вы не знаете, как Руден звать? Это же условный рефлекс. А если серьезно, то на этой сцене собралась очень многонациональная команда. И среди нас очень много разных народов и национальностей. Ну вот, где вы ходите? Ну, все в сборе, все работает. Ребята, ну чем вы занимаетесь? Вы что, не понимаете, что мы пока бесформенная масса? Нам нужен лидер. Товарищ! Рикки Октябрьской эволюции! Прекратите, Дмитрий. Нам нужен лидер на 5 минут, а не на 70 лет. Ну. Охренительно. А давайте я буду лидером. Друг мой, лидер и лузер все равно разные вещи. Уйдите, пожалуйста, ради бога. А я предлагаю, чтобы я был лидером. Представляете, у меня даже есть это программа. Слушай, значит, пока он договорит, они уже музыкалку покажут. Я вам серьезно. Точно, совершенно верно. Ну ладно, бог с ним, с лидером. Не получилось. Но нам нужны шутки. Шутки же нам нужны. У нас есть картина. Так. Казахи пишут письмо турецкому гамбиту. Дорогой фильм. И титры, да? Отлично придумано. У меня, Денис Леонидович, есть интеллигентное стихотворение. А у нас в квартире газ. С каждым днем все меньше нас. Сочувствую, но нужны же шутки, понимаешь? Я могу рекламу показывать. Но мне нужна жевательная резинка, а лучше две. Привет, подружка. Как ты думаешь, а почему люди курят? Прекратите только жвачку на вас переводить. У меня есть замечательная шутка. Значит, вот так вот все встают. Стоп! Дедушка, вы кто? Так я же из команды Dream Team, помните? Команду помню, вас нет. Там молодые ребята какие-то были. Так я же был душой команды. То есть вы нам предлагаете о душе подумать. А нам шутки нужны сейчас, понимаете, в чем дело? Наталья Андреевна, может, вы попытаетесь?
У меня финальная песня. When I hear a song call, is one too many hair. And you to make a better day than you and me. And you and me all together. We are the world. We are the children. Ну что вы разорались, ребята? Ну не март месяц на дворе, ну ей-богу. Наталья Андреевна, и что вы бусики опять эти блестящие нацепили? А что, они меня полнят? Да при чем здесь полнят? Опять вас сорока унесет, лази по деревьям, вас снимай оттуда потом. Уйдите, ради бога. Мне нужна твоя одежда. Вот, сразу видно, человек из дома приехал. В КВН играть хочет. Ну что ж, КВН так КВН. Мы начинаем КВН. И сейчас мы вам покажем, как кавказцы играют в старинную русскую игру. Садись, ты так убивался. Как я сяду, когда ты стоишь? Нет, давайте, Хасик, ты сядешь. Наши родители всю жизнь вместе вот так вот огонь добывали. Садись. Уважаемый, присядь, я тебя прошу. Минуточку. Если мы захотим, неужели не найдем возможность для того, чтобы сесть, а? Тоже правильно. Кстати, коньяк тоже уже есть. И только сегодня сборная претендентов покажет вам сказки для взрослых. Иннокентий, харе выбирать, бери все. Случай на дискотеке. Слова любви вы говорили мне преданно, пламенно. В моей душе неосторожно вы разбудили вулкан. Помоложе никого нет. Ну а сейчас, дамы и господа. Стоп! Нет, ребята, подождите минуточку. Минуточку, пожалуйста. Здравствуйте. Я почему подошел? Лицо знакомое увидел. Меня Нурлан зовут, а вас как? Константин. Нет, на самом деле я знаю, просто так принято, чтобы оба говорили. Тимур Бекмамбетов как, нормально работает? Нет, конечно, для вас он просто режиссер ночного дозора, а для нас он прежде всего великий казах, через которого мы Москву родственникам хурму передаем. Да-да. Хотите прикол расскажу? Спасибо. У нас в Казахстане ночной дозор шел, как документальный фильм о Москве. Представляете? Мы вообще-то... С бабушкой такой прикол понимали. Да, конечно, я понимаю, что казахское телевидение, конечно, с этого первого канала. Представляете, у нас до сих пор Поле чудес показывают. Нурлан, пошли, ну время Извините, уже. Конечно, спасибо. Ребят, я что подумал? На самом деле в том, что мы претенденты, ничего плохого-то нет. У нас вся страна сплошные претенденты. Вот смотрите, мы претенденты на вступление в ВТО, мы претенденты на проведение Олимпиады, мы в футболе вечные претенденты. Ну, подожди. Ну, хоть в чем-то же мы чемпионы? Конечно. Мы чемпионы по количеству претендентов. Ну а сейчас фотография на память всех претендентов. Ребята, давайте кучнее. Кучнее, молодцы. Так, внимание. Подождите, пожалуйста. Мить, ты че? Вы что, помирать собрались? Поиграем еще? Александр Васильевич, а вы не желаете с нами? Вы же тоже претендент Международного союза КВН. Нет? Ну, тогда сфотографируйте нас. Пожалуйста. Так. Все
Сейчас отсюда кто-то вылетит. Мы играем, пропадаем, мы другого ничего и не знаем. Про дела мы свои забываем. Мы играем в смешную игру. Улыбнется, засмеется, чья-то крыша вдруг с места сорвется. Телефон от звонков разорвется. Значит, надо в Москву. И мы уже далеко, и пускай нелегко, но все будет смешно, КВН. И нет ни стены, ни границ официальных лиц, что сохраняет нашу очень нервную систему. Чемпионам легко, а претендентам не дома, ведь это игра КВН. И если честно говоря, про 8 ноября не дописали в эту песню одного куплета. Дамы и господа, встречайте сборная чемпионов всех времен и народов! Стоп. Ну, вам не все, мужики. Юлий Соломонович, ну что ж вы скромничаем, ну что же вы. Стасик, сделай красиво. Ну вот теперь все. Ladies and gentlemen, and now, round one. А что происходит, а? Братишка, я просто попросил, чтобы сразу все прошли, потом будем драться. Нет, это здорово, Рубик. Но меня интересует, как будем побеждать, какие есть предложения. А давайте! Ничего не понятно, давайте выводы по одному. А давайте! Уберите его, ну. А давайте победим честно. Это как? Алла, не знаю. Мое дело предложить. Красавчик. Ребята, а давайте тряхнем стариной. Ну? Подбежим к Усману и... Весело, но нет. А давайте их просто отдубасим. Это как? Как? Вот бей меня в лоб. А в чем смысл? А давайте подбросим к ним в гримерку труп и вызовем милицию. Отличная подлость. Но где мы возьмем труп? Как где? Вот бей меня в лоб. Толстый прав. Мы абсолютно не умеем драться. Надо звать сенсея. Я научу вас драться. Вот ты. Да, молодчик, давай, бей меня в рот. Давай в челюсть, чтоб зубы посыпались. Вот так вот. Хорошо. Стоп. Здесь нужен блок. Защищаем челюсть. И раз. 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 Угу. А челюсть не должна была болеть. Так, ладно, хитрюга. По башке давай. Давай в чердак со всей дури. Вот так. Чтоб кровяка пошла. Расшиби. Стоп. Ты что, здесь блок не поможет. Здесь нужен контрудар. Показываю контрудар. И раз! 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 Сила! В пузяку давай. Давай, в солнечное сплетение, чтоб... Тють! У меня же еще челюсть не прошла. Молодец. Здесь нужен уход от удара. Уходим от удара, защищаем солнечное сплетение. Раз!
страшно. А мне больно. Слушай, а если я тебе вот так вот в глаза сделаю, что ты будешь делать, а? Правильно. А ну ко мне давай. Ай! Да что же у тебя пальцы длинные такие? Тренер! Тренер! Так, ну, все, драться вроде мы научились, нормально. Но сопернику нужно нанести психологический удар еще до игры. Угу. Давайте попросим Александра Васильевича, чтобы он сказал, типа, вы лузеры, вы ничего не понимаете в КВН, запишем на кассету и подбросим к ним в гримерку. Отлично. Но Александр Васильевич не скажет такого, ни за какие деньги. У нас есть свой Александр Васильевич, гораздо менее состоятельный и менее принципиальный. Эдик, 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 работаем! Дорогие лузеры, у меня мало времени, поэтому скажу прямо, без намеков. Жизнь на этом не заканчивается. Главное не победа, главное участие. Против лома нет приема. Короче говоря, вам капец. Хотя какой там капец? Вам пиндык. Всегда ваш Александр Мозгляков. Вот, я же говорю, молодец! Вот. Ну что ж, игру мы практически выиграли. Дальше по накатанной схеме. Реклама на Первом канале. Привет, подружка. Привет, подушка. Почему люди курят? Чтобы у нас работа была. Ну что, девчонки, поехали покатаемся. Шашлыки, машлыки туда-сюда. Покажем чего-нибудь друг дружку. А вы кто? Как кто? Вы что, не видите? Корёзные монстры. Вы что, идем отсюда. Миниатюра «Хитрый вампир». Милиция! Милиция! Что такое? Смотрите, вот! Ах вы! Вот вы! КВНщики у Константина Львовича Эрнста. Я посмотрел ваш фильм. По-моему, гениально. Это великолепный продукт. А я посмотрел ваш фильм. Теперь хотелось бы посмотреть сценарий. Это смета, вот сценарий. Вся прелесть этого фильма в том, что он окупится за ближайший уикенд. Ребята, а как вы умудрились снять фильм за $20? Вы понимаете, мы на Nokia снимали. А от меня что требуется? А вам надо просто оплатить все входящие из городских и все. А, ну что ж, вижу, люди вы серьезные, я подпишу. Бубыкин? Бубыкин. А кто это? Я слесарь Бубыкин. А Эрнст где? Вот. В народ уходят не только КВНовские шутки, но и полюбившиеся персонажи. Встречайте, кумиры игры! Вот видишь, сын, вот это вот, все, есть день рождения КВН. Пап, а зачем я принес сюда свою любимую лошадку? Потому что мы не можем прийти на праздник без подарка. Ну, мама же дала нам 1000 рублей на подарок. Ай-яй-яй, неужели мой сын жадина? Неужели ты зажилил для Александра Васильевича какую-то свою несчастную, единственную игрушку? А если она ему не понравится? Папа все продумал. Дареному коню в зубы не смотрят. К тому же у Александра Васильевича тоже есть сын. Вот он сидит в зале, смотрит на лошадку. И я вижу, как жадно заблестели его глаза.
Ну пусть он сам себе купит лошадку. Отличная мысль. Зачем дарить лошадку, если можно ее продать? А на эти деньги папа купит тебе что-нибудь себе. Пойдем лучше в караоке споем, пап. Пойдем лучше в караоке споем. Добрый вечер, дорогие телезрители. Специально к дню рождения клуба веселых и находчивых снова в Москве действует уникальный армянский караоке. Не стесняемся, подходим, поем, цены те же. Взрослым 18 рублей, детям 13 рублей, красивым детям 2 рублей. Тишина 50 рублей. Не стесняемся, подходим, поем русские эстрадные популярные хиты. Давай пойдем со мной туда, где нет ни снега, ни дождя. Давай пойдем со мной в подъезд, там нет ни снега, ни дождя. Поэтому не стесняемся, подходим, поем популярные хиты российской эстрады. Плачет девочка в автомате, перепачканное лицо. Вся в слезах и губной помаде, видимо, плакала и красилась. Поэтому, если есть девушки в зале, не постесняемся, подходим, поем уникальные русские песни. Путана, 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 ночная бабочка, куда смотрел отец. Если в зале есть взрослые, подходим, не стесняемся, поем. Невозможно рассказать наизусть войну и мир, очень сложно. Не стесняемся, подходим, поем хиты Аллы Борисовны Пугачевой. Ах, какой был мужчина, штопи, штопи. Ах, какой был мужчина, ой-ой. Ах, какой был мужчина, а оказался Кристина. Поэтому, если в зале есть такие мужчины, не стесняемся, в читальне в честь юбилея подходим, поем отличные песни 60-х годов. Как всегда мы до ночи бродили с тобой, потому что с тобою мы дрожжи. Если в зале есть люди, которыми происходили такие случаи, абсолютно не стесняемся. Уверенным шагом подходим, поем в армянский караоке. Итак, очень праздничная песня. Сегодня праздник у девчат, как будто сговорились. Если есть такие проблемы, не стесняемся. Подходим, поем уникальные песни в исполнении Валерия Сюткина. Выходит утром на балкон самоубийца Вазген Карапетович. Если в зале есть такие люди, не стесняемся. Подходим, поем в честь КВН, великую КВНовскую песню. Абдулов, надежда жюри, а компас жюри это Гусман. Ярмольник сидит с бородой, а Эрнст Львович Константин. Согласен. Уважаемые друзья, согласен, немножечко нескладно, но зато празднично и в тему с днем рождения КВН. Спасибо. В эфире телевидение «Хамовники». Пацаны с КВНа празднуют свой день рождения. В адрес клуба продолжают поступать письма. Автор первого письма просит не называть его имени и фамилии. Соломоныч желает КВНу долгих лет жизни и просит, чтобы КВН пришли и поздравили два реальных пацана. Встречайте. Yeah. Чего на свете лучше нет? Привет! Здорово! Нормально покачались, да? Александр Васильевич, мы тут у вас немножко поохраняем. Ну чё, как дела? Мне вчера об голову опять биту сломали. Вот транжиры. Слушай, а ты книжку читаешь сейчас какую-нибудь? Читаю. А дочитаешь, дашь мне почитать? Не, не дочитаю. Прикол новый хочешь, короче? Это что у тебя такое? Где? Опа! Хорош прикалываться, что праздник сегодня. Ты что? Слушай, может быть это 1 сентября? 1 сентября? А, это когда все наши одногодки оделись в одинаковое и ушли куда-то? Не, сегодня же день рождения КВН.
Слушай, Александру Васильевичу что-то подарить надо же. Что же ему подаришь-то? У него же все есть. Квартира там, Лексус. Ну давай ему гирю подарим 100-килограммовую. Он же ее не поднимет. А Лексус он типа подымает. Да. Чего на свете лучше нет. А сейчас, дамы и господа, встречайте. Светская львица Адлера. Несравненная бабушка Сирануш. Здравствуйте, мои хорошие. Привет, молодежь. О, кого я вижу? Юлий Балаболович Гусман. С бородой вы мой человек. Такой подарок мне на день рождения сделал. Все свои финальные речи на DVD подарил. Это больше, чем Snoop Doggy Dog. О, респект, уважуха вам, check this out. О, Леонид Крамольник. Я, кстати, так и не поняла, кем вы работаете. Вы или милиционер, или цыган. Просто пакетик у меня оставили, там наручники и кожаная плетка. А ладно, шутит бабушка Сирануш. С праздником, отдыхайте, песни финальные пойте, молодежь. Волею неволей на веселом поле выпало нам сыграть взрослыми. Титулы и звания, фанаты и признания, для кого-то все это прошлое. Кто-то наигрался, кто-то заигрался, вместе мы новая сборная. В этом варианте никаких гарантий, в общем ситуация спорная. Сегодня не снял бы такое тусуется, мы просто сейчас тусуемся. И если рано рисуется, то все пренепременно сбудется, хорошее не забывается. Благое не запоминается, и если игра нарисуется, то все пренепременно, пренепременно сбудется. До начала музыкального конкурса оставалось 5 минут. Гримерка сборной претендентов. Так, ну что, парни, давайте распоемся. Поехали. Ха-ха-ха, команда претендентов. Разорвет команду чемпион. На мелкие кусочки. Оп, чемпионы пришли. Господа, мелкие кусочки. В этом конкурсе вы должны нам проиграть. С чего это? Это как? Уже не знаю как, но вы должны сделать из конфетки ваше выступление. С чего это? Ага, сейчас! Это вам удачи. Ребята, надо срочно делать из конфетки наше выступление. Здесь хватит на всех. Как мы можем проиграть наше музыкальное задание, если к нам сейчас едет Авраам Руссо, настоящий, мы уже заплатили. Заплатите еще, пусть не едет. Давай, я пошел. Так, кто у нас умеет пародировать Авраама Руссо? Хорошо, кто хуже всех пародирует Авраама Руссо? Он. Молодец, талант. Ребят, я даже не знаю, кто это. Он очень плохо поет по-русски, все. Итак, номер Авраам Руссо, Руссо не говорящий. Кристина, братан, извини, выступать надо. Здравствуйте, дорогих зрителей. Камеры громче снимайте меня. Продюсер меня подобрал, эти красы висихи в зубы дал. Положил прям язык песни, от песен моих нет тоски. Ими пою вам мозги, пусть ничего не понять, так интересны. Раз, полагайтесь удобно, два, пить я буду модно, три. Гарри, Гарри Поттер, раз. Отлично.
Ну как, плохо? Плохо, но все равно хорошо. Вот если бы сам Авраам Руссо пел, было бы хуже, понимаете? Больше. А так все равно хорошо. Так, я понял, мы просто не должны петь. Конкурс музыкальный, а мы петь вообще не будем, а? Друзья, я могу вам в этом помочь. Вы меня мало знаете, но я гипнотизер. Ну гипнотизер, это же хорошо. Я плохой гипнотизер. А вот это уже хуже. Я настолько плохой гипнотизер, что я могу загипнотизировать только ноги. И только в танце. И только с Веткиной. Прекрасно! Митя! Привет! Здрасте. Да куда ж ты берешь? Вот, понимаете? Да, это тоже плохо, но все равно хорошо, понимаете? Нам нужно очень плохо пошутить на банальную тему. Да. Я не знаю, например, про футбол. Шмапобол! Вот молодец! Я понял, мы должны пошутить про то, к чему в Москве все уже давным-давно привыкли, то, что всем приелось. Абхазы. Правильно, абхазы. Да. Так, что у вас? Так, есть номер поступления в консерваторию. Не, подождите, консерватория, это же очень хорошо. Ты не понял, поступление в абхазскую консерваторию. Ужасно. Ты не представляешь, как. Хорошо. Следующий. Здравствуйте. Здравствуйте. Где учились? Ой, я много где учился. Я учился в музыкальном училище в Ростове, в музыкальной школе в Самаре и Гнесинку закончил. Маэстро, а что с вашей рукой? Да, вчера бухой был, в витрину ударил, сухожилие порезал. Понятно. Хорошо, тяните билет. Билет номер 3. Так, возьмите ноту до. Я не просил мелодию спеть, ноту до дай мне. Здесь где-то по-любому до было, сами выберите. Так, второй вопрос, танец. На-на-на. Don't play with my heart. Давай, давай, оба, оба. Повторите. Это неповторимо, браво. Молодец, берем. Подожди. Третий вопрос. Назовите мне австрийских композиторов 19 века. А можно своими словами? Давай. Там, в общем, один кудрявый такой был, второй в камзоле и третий талантливый очень был. Правильно! Подожди, подожди, почему Гоголя не назвал? А? Не, ну, Гоголь не композитор. А? Тогда назови великих русских писателей. Гоголь! Умница, берем! Только из-за уважения к твоему отцу я ставлю тебе 4. Спасибо, я 5. А, ладно, я тоже 5. Спасибо, дядя. Давай, дядя, 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 дядя. Ну вот, вот уже хуже. Практически весь зал молчал, но вот там вот трое все равно смеялись. А это мои родственники. Я же попросил договориться с родственниками, чтобы не смеялись. Ты не понял, это мои родственники, я этих троих первый раз вижу. Друзья. Нам нужен самый несмешной номер. Шмама номер. Вот ты мой зойка. Молодец. Молодец. Держи марку. Давай. Ай, что молодец. Ребята, ребята, мы просто должны играть на сцене неестественно. Ну-ка. Как мы можем играть неестественно? Ведь мы же претенденты в чемпионы. Нужно просто объявить номер. Встречайте, группа Тату. Ну что ж, здравствуйте, девушки. И первый вопрос, почему вы решили вернуться? Ну, мы пудру в гримерке забыли. Да.
Вот вы вместе уже целых 6 лет. Скажите, пожалуйста, как вам удается поддерживать такие теплые взаимоотношения? Все просто, я очень терпеливая. Просто у тебя голова полая. Ты родилась не с той ноги. А если бы ты стояла рядом с Лениным, Каплан стреляла бы в тебя. Ты по полчаса стоишь, думаешь, в какой туалет зайти, в мужской или потерпеть. А тебя? Тебя в транспорте все время с кондуктором путают. Что? А ты? А ты? Моя веселая, моя смешная боль. Ты обезьянка жан, а ты на сцене ноль. Ты жанка на барван, ты Светка на борту. А вместе мы тату. Ну вот, вот, не можем бить, когда захотим. Так, весь зал молчит, у операторов кислые лица, все идет по плану. Есть проблема. Ермольник все равно ржет. Я специально так сказал, человек может обидеться, тройку поставить, понимаешь? Ребята, дайте этот мешочек мне. Это зачем? У меня проблема. Мне в зале девушка понравилась, а в кармане ни копейки денег, ни в кино, ни в ресторан. Выручите, а? Выручить не выручим, а помочь поможем. Какая девушка понравилась? Да любая. Так, ребята, сделайте атмосферу. Так. Девушка, а можно вас пригласить в замечательное место с хорошей музыкой? Прошу вас, проходите. У нас сегодня большой праздник. День рождения КВН. Присаживайтесь, пожалуйста, девушка. Сегодня играют все чемпионы с претендентами. За кого я? Угощайтесь, шампанское, яблочко. Девушка, как только я вас увидел, я понял. Вы та единственная, ради которой я готов пойти на край света. И там, на балконе 205 номера гостиницы «Россия». А поехали в ночной клуб. В Москве же много на хороших ночных клубов, а? Ну, музыка, драйв, энергия. По коктейльчику возьмем и в ритме танца, девушка. Единственная проблема, там очень шумно. Давайте лучше пойдем в какое-нибудь тихое место и послушаем старую добрую музыку ретро. Ведь именно в атмосфере... В атмосфере музыки ретро рождаются те искренние чувства, врача. Так, стоп! А, я вас не представил. Это ребята из моей команды. Ну, не такие талантливые, как я, конечно же. Так... Претенденты! А я вам не сказал, чем я занимаюсь помимо КВН. Вот какая доля воровская. Должен признать, поют хорошо. Я все придумал, девушка. Поехали ко мне домой. На юг. На Кавказ. Только представьте себе, море, горы, чистый воздух, настоящее домашнее вино. А вечером тишина, полная тишина. Слышите, сверчок, сова, водопад шумит неподалеку. У брата астма. Девушка, я вижу, вам уже пора.
А давайте встретимся с вами через год на этом же месте. КВНу будет 45. Большой праздник. Приедут все друзья. Приходите и вы, пожалуйста. И возьмите подругу, а? 6 подруг возьмите, не угомонятся эти призраки. Пожалуйста, проходите, девушка. Ради бога, девушка. Дорогие друзья, я должен вас поздравить, это полная фиаско. Боже мой, никогда еще поражение не приносило такого удовлетворения, господа. Ребята, стоп. В общем, ничего не будет. Я только что попросил Эндрю из РУДН, он вернет пакет обратно чемпиону. Так что сливайте чай в термос. Прекратите курить охотничьи колбаски. Это не главное, ребят. Сегодня день рождения. И самое главное, чтобы все, что мы здесь делаем, понравилось одному, единственному человеку. Моей маме. Осень обрывками листьев перелистнет календарь. Все, что сегодня случилось, кто-то забудет, а жаль. Минск, Астана и Сухуми, всех претендентов не счесть. Казань, Ереван, Питер, Москва. КВН, он и в Африке есть. Why can't fly with the wind? Сементер, Экенерин, Барен, Бест, Перпул, Ганда. Все разумели. Так случилось, что в нашей команде всего одна девушка. И каждый из нас хотел бы провести с ней, ну, хотя бы музыкальный конкурс. Итак, мальчики, я вас слушаю. Марина, поймите меня правильно, я уже не молод, вы тоже. Пошел вон, следующий. Мариночка, разрешите представиться, я мужчина-вамп. Вамп, мужчинам, похудеть бы. Мариночка, вам нравятся темпераментные южане? Нет, мне нравятся хладнокровные датчане. А, ну будете у нас в Копенгагене, заходите. Марина, вы просто очаровательны. Вы представьте, какие у нас с вами могут быть дети. Вы так хотите провести со мной музыкалку? Да при чем здесь музыкалка, Марина? Малышка, извините, я опоздал. Перечитывал милый друг Мопассана. И как вам последний монолог Жоржа Дюруа? Извините, меня опять подставили. Ну чё, шмара, за бубенье музыкалку! Ах ты хам! Пошел вон! Да мне пофиг, у меня поезд через 15 минут. Мариночка, я хочу с тобой серьезно поговорить. Папа, дома поговорим. Марина. Сразу а... да. Девочки, извините, более конкретный вариант. Извините, я вам потом перезвоню. Простите. Итак, мы начинаем. Hi, people. Всем респект. Из Чертанова, Вестбутова. Сегодня для всех любителей хорошей музыки мы почитаем рэп, пофристайлим в легкую. Go! Фристайлим. Мы такие разные, разнообразные, нигде не значимся. Дурачимся, ни на что особо не заморачиваемся. Истово, истина, с измысла из-под валь.
фристайл, кто не знает, это такая акция душевных слов, стильных комбинаций, инсталляция мнения, импровизация, чувств, синхронизация. А давай дадим слово мужчине, неизвестного ныне. Мужчина — это несложно, реализация возможна. Это не важно, пойте отважно. Можно танцевать, петь, это ведь фристайл. Ведь, 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 ведь. А, давай, браток, не томи, говори. А, давай. А. Написала Зойка мне письмо. Мы такие разные, разнообразные. Да. Марина, мне кажется, в этой жизни нужно быть человеком стильным. Человеком индивидуальным, не походить ни на кого, выделяться этой серой массы. Самое главное, в этой жизни не походить ни на кого. Потому что только ты становишься как все и... Алло? Да, пока не родила, привет. Как порой бывает трудно подобрать мелодию к мобильному телефону, особенно если ты президент России. Ну что, Владимир Владимирович, начнем? Продолжим. Это Кофи Аннан. Хорошая мелодия, надо подумать, кому же ее поставить. Пусть будет Фродков. Почему? Я не понимаю, почему при упоминании фамилии Фродков всегда возникает вопрос «почему?». Фродков и все. Теперь нужно выбрать мелодии для губернаторов. Не выбрать, а назначить. Мелодии для губернаторов мы будем назначать. Давайте дальше. Это ермольник. Вот это вот ермольник? Это ужасная мелодия. Так ведь ермольник мне звонить не будет. Дайте телефон. Да, Борис Николаевич. Какой еще крыжовник? Мариночка, Марина, Мариночка, Марина, только я достоин вас по-настоящему. Только я смогу сделать вас счастливой. Станьте моей женой. А что это у вас за кольцо? Это страшная история. В детстве меня поймали юнаты. А почему оно золотое? Это были очень богатые юнаты. А что это за татуировка, Надя? Они издевались надо мной. Они заставляли меня после отбоя слушать песню группы «Подъем». Бедненький. Раньше в России было две беды, теперь появилась и третья. Песня «Белые кораблики». Скорей возвращайся, скорей возвращайся, скорей возвращайся, скорей возвращайся. Только школу окончил, повестку прислали. Я не ожидал. Я пришел к своей девчонке и говорю: давай, Все пацаны уходят в армию мужиками, а я еще пацан. Ну поцелуй меня в щеку, как.
Марина, а что ты мне на это отвечаешь всегда? Что? Белые кораблики, белые. Минут осталось, ну поцелуй хотя бы в щечку меня, Карина. Чтоб было, чтоб вспомнить, Варвин, пожалуйста, поцелуй меня в щеку хотя бы, скотина. Белые кораблики, белые кораблики, дождики несут. Сколько можно эти кораблики, кораблики? Включаешь телевизор, белые кораблики. Включаешь радио, белые кораблики. Да ты всей стране уже мозги этими корабликами. Да я специально записался в морфлот, чтоб хотя бы 3 года не слышать эти твои долбанные белые кораблики. Белые кораблики, белые кораблики, по небу плывут. Белые кораблики, белые. Я не знаю, вот как сделать мне выбор. Я хочу обратиться ко всем женщинам в зале. Может, вы мне поможете? Ведь они все такие разные. А только настоящая женщина может точно знать, кто из мужчин претендент, а кто чемпион. Наивно это и смешно, но каждый год я вижу сон. И в этом сне мне все равно, кто претендент, кто чемпион. Несятся гномы, космонавты и бобры. Мои, что это сейчас такое было? Домашнее задание начинаем. Домашнее задание. Вы что, не понимаете до сих пор, что мы не сможем выиграть у чемпиона с помощью стандартных конкурсов? Они в них 44 года играют, они к ним готовились, понимаете? Значит, вывод. Мы должны придумать свои конкурсы. Да. Без нафталина вот этого всего. Да. У нас будет свой КВН. Да. Без стереотипов. Да. С новыми конкурсами. Да. Без жюри. Да. Без звука. А вести его будет Александр Васильевич. Да. Но в новом галстуке. Да. Все, давайте придумывать конкурс. Ребят, ну не поясничайте, время идет. Я предлагаю конкурс «Шатахана». Они правила не знают, а я вам шепотом расскажу. Все так просто. У кого есть 3 тон? О, у меня есть. Все, ты проиграл. Руан, перестань, ты чего? О, ты тоже проиграл. Молчите, а то все проиграете. «Шатахана» – коварная игра. Руан! Я сейчас тебе в глаз дам. Ой, выиграл, ты откуда правила знаешь? Стоп. Я предлагаю миниатюрный конкурс. Давай. У меня как раз есть готовая миниатюрка. Значит так, иди сюда. Швея-маньяк. Крестиками тут по всей спине пройдет узорчик. Вот то, что надо, но пока не надо. У меня есть предложение. А давайте сыграем конкурс «В бой идут одни старики». Стоп! Дедушка, вы кто? Так, я из команды Dream Team. Я вам в приветствии рассказывал, помните? Приветствие помню, вас нет.
А я предлагаю спортивный конкурс. Так. На сцене находится не более 4,5 человек, а? А, то есть наши 4 девчонки и Наталья Андреевна. Ну, логично, конечно. Закончила свое выступление сборная претендентов по синхронному плаванию. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, и раз. Девочки, улыбаемся. Девочки, а вам не кажется, что нас было больше? Ленка! Улыбаемся? Ленку, конечно, жалко. Долги надо было вовремя отдавать. Девочки, а давайте в следующий раз Светку не подбрасывать, а то меня на кафель вынесло. А там темно и одиноко. Зря мы из гребли ушли. Проиграем мы. Ой, проиграем. Проиграем, потому что ты дура. Это почему это я дура? Под водой ведь не видно. У тебя на шапочке сзади написано. Где? С другой стороны. Где? Улыбаемся. Слушайте, девчонки, мне кажется, что наша программа как-то вычурно называется. На нерест. Наталья Андреевна, вы вообще всю программу под дуб проползали. Я бусики собирала. Что? А вы, Наталья Андреевна, идите на допинг-контроль. Почему это я? Потому что вас пожалеют и кровь брать не будут. Attention, please. 00 00 00 0. И все-таки гребля. Раз, раз, два. Дорогие друзья, у меня есть предложение. А давайте проведем конкурс лучший по профессии. Давай. Саня, вот иди сюда. Вот ты кем работаешь? Я актер КВН. Ну а хобби? Инженер Росавиакосмос. А ты-то сам кем работаешь? Я? Я в милиции работаю, опером. Ну, в смысле, следователем. А ты? Так я не понял, мы что, в молчанку будем играть, что ли, а? Стоп! У нас Дима спит. Диман, ты кем работаешь? Я директор завода. И что производим? Энергетические напитки. Пойди в гримерку! Слушай, Саш, ну а ты-то кем работаешь? Ребят, вы главное не обижайтесь, ладно? В общем, я Петросяну пишу. Ха! Удивил! Все мы Петросяну пишем! Ребят, ну заканчивайте с этим, давайте вернемся к КВН уже. Я предлагаю сыграть выездной конкурс. О. Чемпионы о нем забыли, а Наталья Андреевна еще помнит. Наталья Андреевна, прошу вас. Проходите. Живете там у себя, я не знаете, живописца 18 века. Мужчина, да вы, оставьте курицу в автобусе. Иди в автобусе меня, подожди. Внимание, перед вами картина, знакомая вам по вашим пошлым кухням и спальням. Утро в сосновом бору. А не мишки в лесу, как вы привыкли говорить. А это что? Будьте вы прокляты, если не знаете автора этой картины. А я знаю, это Брюлов. Женщина, скажите мальчику, что чужой хлеб есть нехорошо. А сейчас я подозреваю взрыв хохота. Перед вами картина известнейшего реалиста Пукерева. Вот вы быдло, а Ермольник смеялся. Проходим дальше. Обратите внимание, плинтус. И запомните, это именно ваш уровень. Вот перед вами картина, на которой вулкан Везувий превращает город Помпеи в руины.
А что такое руины? Руины — это то место, откуда вы приехали в наш город. Вывалилось, вывалилось. Это у самих у вас вывалилось. А это Мадонна, кормящая младенца. О, а это 9-й вал, да? Горячо, девочка с персиками. Зинаида Аполлинарьевна, все, спасибо. Можете возвращаться в гардероб, там уже очередь образовалась. Серьезно? Спасибо, что я подменили. Да, вы знаете, спасибо, она нам так грубила, она нас оскорбляла. Успокойтесь, друзья, успокойтесь, разберемся. Ну что, челядь, пройдемте в зал барокко. Ну что ж, это все, конечно, прекрасно, но какие будут еще предложения? Есть еще игра «Молчанка». Во. Так я не понял, мы что, в «Молчанку» будем играть, что ли, а? Так, Наталья Андреевна, ваше предложение. Я предлагаю сыграть как путанский конкурс. Как онский? Как путанский, это же очень весело. Как путаны, как путаны, как путаны, КВН. Нет? Наталья Андреевна, прекратите разрушать нам мозг. Ну, не знаю, как это. Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас мы покажем семейный конкурс. Единственное условие – не выходить за пределы 33 квадратных метров. Итак, семейный конкурс. Андрейка, сынок, я должен рассказать тебе семейную страшную тайну. Бабуля ласты склеила. Хорошо бы, у тебя нашелся брат. Здрасте! Здрасте, товарищ. Если вы агитатор от блока «Родина», я ничего не подпишу. Amen. If you are my brother... Выходит так. Don't touch my PlayStation, never. Как скажешь. Пап, it's my brother. Really? Really. Mother, father, sister, brother. Слышь... Эминем. Как тебя по Эминем? Эндрю. Хотелось бы узнать, откуда это мы такие пухленько-дистрофичные будем? Из Кении. Ух ты мой сладкий. Пап, Кения — это такая страна в Африке, Азии, Латинской Америке. Там все хорошо бегают. У нас в Кении все быстро бегают. А что наша мама делала в Кении? Ну, видимо, тоже, что и все. Бегала, один раз не убежала. И вот. Слышь, бразер, а ты кого больше в семье любишь? Папу или бегать? Свинину. Пап, по-моему, он тебя больше любит. Что ты ржешь? А? Что ты ржешь? Сухогруз с бананами. Может быть, наш новоявленный сын хочет получить ремнем по заднице? А наш папа не хочет получить копьем в легкое. Шутник. Есть в папу. Хочется сказать, есть в папу, но что ты меня сдерживаешь? Андрюшка, Андрюшка, ты ж не знаешь. Батя-то твой КВНщик запаса. Врет, это у него минут на 40. Ну, в КВН-то я призывался в Чите. В 68-м. Сейчас дембельский альбом достанет, водку. Да. Ну вот, и один раз мы своим взводом, ну, с командой моей, добежали аж... до полуфинала. Папа, а меня тоже зовут играть в КВН. За кого?
за претендентов. Молодец, сынок. Возьми вот то копье, которым ты папу хотел как свинью зарезать, и пойди отомсти за отца. А за дедушку кто отомстит? А за дедушку вон уже мама отомстила. Ну давай, сынок, иди в КВН, с Богом. Ух ты мой Гусман. Ну вот, Александр Васильевич, мы показали вам 7 новых конкурсов. Все они, я согласен, прекрасные. Какой выбираете? Так я не понял, вы что, в молчанку будем играть, что ли? Все мелодии спеты и шутки написаны. В этот день мы хотим поделиться и мыслями. И это нельзя не услышать. Да, телезритель спешит переключить на канал другой. Нет, еще не пора, постой, не уходи. Будь со мной, бой со мной, пары есть. Все мелодии спеты, стихи, все куплеты. Шутки написаны, теории изданы. Все ток-шоу оближены, остается лишь слово. Я хочу быть с игрой, жизнь прожить с игрой, жизнь любить с игрой, бутерброд с игрой. Каждый день жизнь делить с игрой, возвращаться домой, вспоминая друзей. Жизнь делить с игрой, не теряя здравых идей. Александр Васильевич, мы, конечно, понимаем, что многие из нас, да, Федя, уже никогда не станут чемпионами. Посоветуйте, что нам делать? Уходить из клуба или остаться? Да куда вы денетесь? Оставайтесь, конечно. Если хочешь остаться, останься просто так. То, что чемпионом ты не стал, поверь, пустяк. Нам всем за 17, а мне за 37. Но стойно знаем мы, что веселее станет всем. Кинокомпания Champions Pictures представляет блокбастер «Золото чемпионов». Ну что, сынок, вернулся из школы, да? Да, мама. Что такое? У тебя в ухе серьга? А ты знаешь, сын, что серьгу в ухе может носить либо пират, либо гей. Вот сейчас я открою дверь в твою комнату, и если за ней не будет пиратского корабля... Я не знаю, что я сделаю. Долго ходишь, мамаша? Привет, малыш! Дяденька, а вы кто? Я кровожадный! Да! Я беспощадный! Да! Я злой разбойник Бармалей! Да! Да, да, записывайте, Корней Иванович, вам это пригодится, между прочим. А куда вы плывете? О, малыш, мы ищем золото чемпионов. Золото чемпионов? А что это? О, это красивая древняя легенда. Умирал старый пират. Я умираю. Темнеет в глазах. Это челка. Я уберу. Пить? Да. А запить? Да. Я сказочно богат. Да что там, я мультипликационно богат. Я нашел золото чемпионов и спрятал его в камеру хранения. Пишите шифр. 00046, ну, допустим, 17. Я зарыл его в землю, а землю я зарыл в Африку. Африку я зарыл в Антарктиду, а Антарктиду я зарыл в земной. Я так и думал. Опять придется копать все. Вот такая история, малыш. Вот тебе труба, увидишь землю, кричи нам. Давай. Капитан, да. На корабле зреет бунт. Вот уже 44 года мы плаваем за золотом чемпионов абсолютно без женщин. Извините, конечно, я вмещу в вас пиратский разговор.
Ну, еще как бы пару лет. Без женщины. И можно, в принципе, потом уже плавать так до бесконечности. Кэп! Скажите, а почему у вас в каюте живет Клавдия Петровна? Да! Клавдия Петровна, прежде всего, кровожадный пират, а уже потом бесформенная повариха без глаза. А еда? Да! Нас не устраивает еда! Нам надоело жрать морскую капусту! Мне тоже надоело! Где кот? Кот! Кот! У меня две новости! Одна хорошая и одна плохая! С какой начать? Плохой! Вчера в бою мне оторвало ногу. А хорошая? Сегодня котлеты. Отлично! Отлично! Земля, земля! Я нашел землю! Там земля! Посмотри, там земля! Земля! Там земля! Тихо, тихо, ну что вы так орете? Вы же знаете, какая жуткая у меня мигрень. Андрей Борисович, ну вы старый пират, вам 93 года. Каждый год одни и те же розыгрыши. Ну зачем вы насыпали землю в бинокль мальчику? У меня глаз раскраснился. Уйдите отсюда, я вас умоляю. Земля. И пригласите ко мне предателя Билли Бонс. Билли, вас вызывают в правком. Бомбардир Билли Бонса! Ну что вы все орете-то? Ну не на работе. Кровожадность мой хобби, сэр. Что вы говорите? А кто предал нас вчера во время боя с испанцами? Я? Меня обманули. Кто? Испанцы. Они сказали, что если вас предал, будет веселее. А потом они как выскочат пятеро с такими аркебузами, алибардами, с такими штуками. Ну что вы врете? Ну вот же вы заполняли пиратскую анкету, когда устраивались на корабль. На вопрос, если на меня нападут пятеро с алебардами, аркебузами и вот такими штуками. Вы что написали? Я не буду бояться, это же ваш почерк. Да, просто хотел произвести на вас впечатление. А мне надоело с вами валандаться, Титечкин. Все, в 14.15 пойдете в пытошную. Я не могу в 14.15. Почему? У меня бассейн. Если б я не знал вашего храброго отца, Клавдию Петровну, хорошо, в 14.30 на корм акулам. Это очень удобно, это в том же здании, где бассейн. Yes! Пиратушки, все сюда! Ребят, у нас неприятность. У пирата Бусинки скончался любимый хомяк. Я вас умоляю, не напоминайте ему об этом. Но ведь должна же быть какая-то пиратская корпоративная этика, в конце концов. Соболезную. Бусинка пришел! Бусинка! Че надулся-то, как хомяк? Ну, ребят, ну договорились же, а? Давайте лучше веселые кроссворды разгадывать. Отвлекись. Вот смотрите. Мертвое животное, 5 букв. Может, белка? Да нет, нужно мертвое. А может, хомяк подойдет? Ну как? Как хомяк подойдет? Да. Он же мертвый. Ребята, ну давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Да, о хорошем. Вот у меня хомяк живой. Капитан, к нам приближается птица Рух! Птица Рух! Птица Рух! О, боже! Меня уносит птица Рух! Стреляйте! Не стреляйте! Ребята, что вы здесь все делаете-то? Пошли в пытошную, там брикотки напытают. Будете говорить? Нет. Будете говорить, где золото? Не скажу ничего. Хорошо, тогда вы познакомитесь
с доктором Верховцевым. Добрый вечер, что у вас? Не хочет говорить. Глазки посмотрим наверх. Хорошо. Ротик откроем. Язычок есть, да. Все понятно. Сейчас рецептик напишем. Вы родственник? Да, да, я. Подойдите. Сигареты есть в доме? Конечно. Поприжигайте ему 3 раза в день глазки после еды. А после обеда на колу посадите поглубже. Показать? Нет, нет, я сажал. Угу. Горчица есть в доме? Да. Как проснется, 2 одинаковые кучки на глазки разложите. И перед сном битой помутузьте немножко так. И в теплое. Фольгу завернете и в печечку. Он пропотеет, информация с потом выйдет. Я думаю, 2-3 дня он все расскажет. Доктор, а если не расскажет? Если не расскажет, ну, поколите ему антибиотики. Под ногти, естественно. Доктор, я все расскажу, доктор, честное слово, доктор. Вот видите, и антибиотики уже не нужны. Спасибо, доктор. Что вы, это лишнее. Все-таки клятву Бормана давал. А что там? Ой, рыбка. Ну, разве что не мне, разве что детям. Господа флебустьеры, дочь императора Тартуги, прекрасная Лили. Прошу вас. Господа Лили, разрешите представиться, Бармалейчик. Отныне это корыто принадлежит вам. Кэп, но ведь женщина на корабле это к несчастью. Я думаю, старые пиратские предрассудки могут подождать до утра. Пойдемте ко мне в каюту. Корней Иванович, вот тут ничего записывать, тем более зарисовывать не надо. Спасибо. Знаете, что вам предложить? Меню! Коп, меню! Замечательный коп. Я буду язык. Язык. Да, но... Отличный выбор, язык. Отличный выбор. Но замечательный коп, он прекрасно готовит. Крыса на шпажках, копченые медузы, комбикорм, все что угодно. Это язык? Уберите эту дрянь, я не буду это есть. Уберите его! Кок без обид, котлеты лучше! А что это я сижу? Давайте-ка я вас развеселю! Я, кстати, в молодости отлично овладел картишками. Тяните карту. Сейчас я попытаюсь угадать. Туз, пик. Нет. Нет? Тяните карту. Туз, пик. Нет. Нет? Тяните карту. Туз пик. Нет. 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 Тяните карту. Туз пик. Прошел час. Итак, апогей фокуса. Последняя карта. Держите. Сейчас я угадаю. Это туз. Пик. Нет. Нет? А что это за карта? Я не знаю. Я не разбираюсь в картах. Что вы мне голову морочите? Что это у вас на груди? Это мне подарил отец. Mm. Боже мой, сей сюда! Это же карта золота чемпионов! 2 шага назад, 3 шага вперед, наклонились, подошли, опа, вот так, и 1, 2, 3, 4, побежали, 7 шагов. Скучно с вами, копайте здесь. Копайте, копайте! О! Сундук! Тихо, 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 тихо. А? О! Вдруг из маминой спальни Корней Иванович это вошло. Золото чемпионов! Боже мой! Мы все это время искали его, оно было нашим! Что же нам теперь делать? Послушайте, послушайте. Там за кулисами много людей, для которых это золото реально важнее. Ребята, идите сюда. Вы знаете, прежде чем отдать вам это золото, хочется сказать.
Мы, КВНщики, играем в эту игру уже вот 44 года. И дело даже не в этих медалях. Но будут они у вас еще. Самое главное, что с каждым годом нас становится все больше и больше таких. Таких. Смотри. Поехали! Старые игры, время не одолеть. Я уверен, наши дети будут их смотреть. В это время снова встречу я друзей. Посидим, покурим, вспомним все до мелочей. 96-й, 95-й, 68-й. Эти годы дышат воздухом побед. Если кто не слышит, это значит слуха нет. На судьбу ты не греши. Наливай стакан Кавказ. В наших старых играх часть твоей души. В этих старых буквах трех веселых.